Фрута няня, помощь маме. И папе. Идиот или гений, давай вот это пройдем сейчас. Я так гений. Логическое мышление у меня на самом высшем уровне, это факт. Умственный возраст какой у меня? Ну, давай попробуем, что. Откуда мы черпаем знания? Школа, университет, книги, интернет. Ой, так какое там здание в этом интернете? Эту шалопая. Конечно, педагоги, родители. Так, бред, сука. Базара меч древнейший. Посредством чего человеческий мозг коммуницирует с остальным организмом. Ну, мозг он коммуницирует с остальным организмом посредством чиха. Артерия, капилляра, мышца, либо нервы. Конечно, по нервам. Нервы. Нервы это все решают. Какой орган у человека вырабатывает инсулин? Печень. Из чего состоит пищеварительная система? Из чего состоит он, господи? От чего там он состоит? Ну, бля, это желудок у нас, пищевод. И это самое, железы, они никак тут не считаются. Печень тоже не считается. Вот. Пищевод и желудок, все. Чего в мешке не утаишь? Ну, есть такая пословица, да. Кот в мешке. Чего равняется квадратный корень из 225? Фу, блядь. Квадратный корень 25. Как звали сыновей Тараса Бульбы? Его звали Остап и Андрей. Атмосфера Земли состоит из азота, кислорода, углекислорода. Атмосфера Земли, да. Азот. Богиня чего была в греческой мифологии? Небезида. Ну, Небезида это... Это богиня... Блять, ну... Возмездие. Все элементы таблицы Менделеева делятся на... Металлы и неметаллы, соли и кислоты. Металлы, не металлы. Ну, это понятно, это очевидно, жаз. То есть, ну... Металлы, не металлы. Подберите синоним к слову сентиментальные. Ну, это чувствительные. Как называется прямая, ограниченная точками? Как, что это... Как называется прямая, ограниченная точками? Это брат. Ну, это отрезок же, блядь, правильно? Да. Какого бунта не было в истории России? Соляного. Я думаю, что медного не было. Сколько существует основных законов Ньютона? Если в треугольнике только два угла равны, то треугольник называется... равнобедренным. О2. Кислород. О!
Вот тебе и пожалуйста, бля. Ну, 30-40 лет, да. Ну, это, брат, то, что, ну, да, чуть-чуть, конечно, не 54, здесь чуть-чуть неправильно. Ну, в принципе, я доволен результатом, жест. То есть, пойдет. Да. А! При выборе этого партнера хочется, ну это да, хорошо, давай попробуем. Итак, смотри, Голочка, нельзя потакать детским капризам. Мы оба согласны, мы оба не согласны, согласен кто-то один из пары. Что ты думаешь вообще? Ну хорошо, мы с тобой оба согласны, нельзя потакать, правильно. Если ребенок провинится, стоит дать ему еще один шанс исправиться. Я, допустим, согласен. Да. Во. Размеры не имеют значения. Согласны? Не согласны? Я, допустим, ну, не имеет значения размера, да. Ну, это размер чего? Члена? Наверное, нет. Непонятно, размер чего, блин. Ну, блядь, тут не написано размер чего, да? Вдруг размера чего-то там, не знаю. Ну, если члена касается, то я согласен. У меня, допустим, хуй большой, да. Ладно. Я против светских поцелуев. Ну, я, допустим, но я не против, я могу пососаться там с тобой там в любом месте, где я этого захочу. То есть мне вообще плевать на всех людей вокруг. То есть вообще. Ну, то есть получается, если мы, ну, можем поцеловаться везде. А, ты против. А, ну тогда я согласен, а ты нет. Все. Главное, в семье должен быть мужчина. Я согласен, да. А ты? Согласны, да. Мы предпочитаем совместный отдых. Мы согласны. Либо отдых предпочитаем по отдельности. Ну да, согласны. Не, ну блин, совместный отдых быстро надоедает. Ну иногда пару раз можно вместе побыть, а потом отдельно тусить. Поэтому ладно. Нашим детям не нужна няня, им нужны родители. Я согласен полностью. В семье должен быть общий бюджет. Пыца тебе рыло, соси кобыла, блядь. Я тут не согласен. Да? Согласен, кто-то один из пары. У супругов не должно быть друзей противоположного пола. Согласны или нет? То есть, ну, могут быть друзья противоположного пола, да? Не слышу. W8, оцени жесткую концепцию. Кстати, когда Самара Кар? Скоро, братишка, на следующем потоке возможно. Спасибо. Ради семьи готова много работать. Согласны или нет? Да. Я научу нашего ребенка быть смелым, бескорыстным друзьям. Да. Для меня очень важна супружеская верность. Мне нравится заботиться о своих детях.
Тут понятно, согласна, да? Жена может не работать, но должна быть хорошей хозяйкой. Не, ну тут я согласен полностью. Работать должен мужчина в семье. А мне не нравится шумная компания. Да, мне не нравится вообще. Муж должен полностью обеспечивать семью. Согласна или нет? Валера, доброй ночи. Я тебе, согласен. Изикаль. Согласна или нет? iPhone 12 Самаре, блядь. Ну да, согласна, да. Ну как сказать, ну конечно, как иначе. Воспитание главное, подавать пример ребенку своим поведением. Согласна? Сексуальная близость играет важную роль в моей жизни. Я согласен на 100%, да. Я уважаю старших. Волочка, ты уважаешь вообще старших или нет? Да. Ты по-любому уважаешь. Любовь — это прежде всего работа над собственными отношениями. Да, да, согласен. Ну, любовь — это прежде всего секс, как бы. Ну, тут такого нет варианта, как бы. Ну, я согласен, ладно. Да, да, да. Я против физического наказания для детей. Лолочка, согласна? Да. Влюбленность — это игра гормонов, которая пройдет в скором времени. Ага. Супружеские отношения — это личное дело пары, и не стоит посвящать в них кого-то третьего. Согласна? Да. Ну, видишь, как получилось, Лулочка. О наших с тобой отношениях знают все. Деньги играют важную роль в жизни. Согласна, нет? Муж должен зарабатывать больше жены. Согласна, нет? Согласен. Я уважаю родителей своего парня. Согласна, нет? Я без стеснения говорю о своих интимных желаниях партнеру. Согласна, Лолочка, или нет? Ну, Лолочка, ты мне, допустим, ну, ты мне, допустим, скажешь, что ты хочешь в жопу, да? Типа, ну, во. У меня нет тайн от моего партнера. Согласна или нет? Блядь, деду, почему этот мужик справа в нижнем углу целый стрим смотрит на меня и подмигивает бровями? Мне уже страшно. Это я, дурак. Я смотрю просто. Я адекватно отношусь к недостаткам других людей. Согласна или нет, Лолочка? Да. Если у человека что-то не получается, виноват он, а не кто-то другой. Ты согласна? Все женщины нуждаются в мужской помощи и внимании. Согласна? Ну, как бы, да. Ну, типа, не согласны, да. И женщине, и мужчине нужно ухаживать за своей внешностью. Согласна? Я нет. А? Ну, как бы... Жены лучше всех, с жены лучше всех способны вдохновлять своих мужей. Я, допустим, согласен, да. Вот, потому что если женщина вдохновляет своего мужчину, мужчина будет готов на все ради своей женщины, ради успеха своего и своей семьи, да. Поэтому я считаю, что
Лолочка, ты согласна или нет? Да. Я стараюсь не показывать свои отношения на публике. Согласна? Да, да, да. Счастье в браке — это результат труда супруга, а не везения. Да. Да. Если я обижу партнера, то обязательно извинюсь. Согласна извиняться, Лолочка, передо мной? Ебать, нахуй тебе паук-подъемник. Заткнись. А-а-а. Да. Я стараюсь советоваться со своим партнером. Я с удовольствием проведу свободное время со своим ребенком. Не согласна, да, Лолочка? Не слышу. Да, 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 да. Я не буду настаивать, если партнер не хочет близости. Тут я не согласен. Если не хочет близости, то нахуй мне такой вообще партнер нужен. Я не согласен. Моральная измена ничем не отличается от физической. Что за бред? Никто не согласен, бред. Я полностью доверяю своей второй половинке. Там внизу реклама интересная. Рутсраки, айфоны в Самаре, мотоблоки, рок-гитары и приоры. Скажи честно, ты всю хуйню, которую скупаешь, находишь тут? Это реклама вообще, брат. Лолочка, что ты тут согласна, не согласна, что? Я тоже не согласен. У нас есть свои традиции и фишки, понятные только нам. А, вот тут я согласен, да. В отношениях я развиваюсь как личность. Да. А жизнь пары – постоянный поиск согласия, а не отстаивание собственной правоты. Согласна? Я не критикую свою вторую половинку в присутствии посторонних. Согласна? Да. А я нужно предоставлять своей половинке полную свободу в ее делах. Согласна или нет? Согласен, да. Нужно поддерживать свою вторую половинку в трудные моменты и помогать ей в решении проблем. Да. У нас есть с тобой высокая совместимость и предрасположенность к долговременному счастливому браку. Да. Так что, Лолочка, готовь дырку. Кто вы по национальности? Не, нахуй не хочу. Беременна ли вы? О, вот это мне надо. Какое у вас тотемное животное? О! Тотемное животное еще в древних времен считается оберегом. Ну-ка, смотря. У меня енот будет, смотря. Каким правилом вы руководствуетесь, чтобы принять важное решение? 7 раз отметь, 1 раз отрежь, утро вечера мудренее, умный гору не поет, умный гору обойдет. Защита нападения. Нет проблем, которые не решались бы деньгами. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Теперь нет ничего более постоянного, чем непостоянное. Да. Смотря. Так. Ладно, пусть будет последним, блин. Кто вы в этой жизни? Бродяга, любовник, мыслитель, оптимист, работяга, лидер, слушатель, охотник. Охотник на женские киски. Знаешь, кто я? Я. Ну, любовник, да, я похож на любовника. Я всех люблю, девочек. Мыслитель тоже похож, я очень много думаю. Я привык охотиться на девушек, а все девушки одинаково легко доступны. Поэтому я буду, знаешь, кем? Оптимистом, да. Что вы хотите от жизни? А...
Никогда не скучать, оставаться здоровым и сильным, заработать много денег, познать себя и мир вокруг, известность, популярность, приключения, свободу, крепкую дружную семью, найти свое призвание. Ну, знаешь как? Я хотелось бы, знаешь как, блин. Да. Познать себя и мир вокруг. Во. Да. Какой вариант ответа из нижних перечисленных подходит вам? Мне сложно иногда расслабиться и легко справиться с трудностями. Подходит, да. Мне сложно иногда расслабиться, я не могу расслабиться, да. Что из этого вас больше всего привлекает? Большая семья, приключения, саморазвитие, контроль, лидерство, новые знания. Мне нравится порядок и уют, да. Чего ты больше всего боишься? Ошибиться, одиночество, изменений, конкуренция, разоблачения, любви, работы, предательства. Ну, вообще, знаешь, как одиночество, да. Одиночество. Мне не нравится быть одному. Ну, как одному быть душою сложно очень. Вашей отрицательной чертой является зависть, обидчивость, лень, агрессивность, скупость, щедрость, ложь, недоверие. А знаешь как? Отрицательная черта. Ну, смотри, блин. Это, ну, зависть, я не знаю, что это такое, блин, особо непонятно. Обидчивость. Ну да, я, блин, обижаюсь постоянно. Лень, блин. Ну, лень, я не знаю тоже, что такое. Ну, мы все ленивы по-своему, каждый по-разному. Агрессивность. Ну, я вообще не агрессивно. Ну, могу шкилку какую-то бабустить, но это для профилактики, и то не со зла. Скупость это как? Это типа скупой платит дважды, да? Ну, типа экономит на чем-то. Или что, скупость? Щедрость это... Ну, это про меня, да. Это я. Я щедрый очень, да. Ложь, недоверие. Ну, ложь, она сразу видна, да. Вот. Ну, я знаю, что я обидчивый очень, да, как девочка. Без чего вы не сможете обойтись. Овощей, мяса, хлебных продуктов, молочных круп, фруктов, ягод. Знаешь, блин. Ты интересный человек. Сначала сходил к барберу за 5к, потом демонстрируешь лысину. Сначала хвастаешься BMW, потом выясняется, что она 2-литровая и в кредит. Покупаешь новый ПК, в итоге проходишь тест. BMW вообще-то 3-литровая, 3 литра. Запомни, 3. 3 литра, чмо. 3. Сладости, вот да. Я хочу сладости, чтобы у меня были, блядь, шоколадки всякие, да. Я люблю сладости, я сладкоежка. Каким словом вы охарактеризуете своего зверя? О, это про мотоблок, да? Хитрый. Енотик, облякосик, хитрый. Мудрый. Он у меня вообще-то... Ну, енот, он вообще под все эти параметры подходит. Он надежный, хитрый. Сильный, преданный, мудрый, смелый, властный, справедливый. Да. Это все к енотику моему подходит, абрикосу. Да. Это все его. Да. Сейчас. Ладно, хитрышка. Да, барышка. Вот так. Какое качество вы хотели бы в себе развить? Ответственность, силу воли, упорство, инициативность, стрессоустойчивость, общительность, верность, бескорыстие. Так, ну, стрессоустойчивость, да. Не, верность мне не интересна. Для меня нет такого понятия в жизни. Давай стрессоустойчивость, да. Пусть будет жест. Для вас важно, чтобы дома было тепло, уютно,
просторно, светло, спокойно, тихо, интересно, комфортно. Должно быть уютно, да. Какое из этих мест вас больше всего привлекает? Горы, деревня, лес, море, горы, остров, пустыня, каньоны. Деревня. Да. Чего, бля? Да иди-ка ты. Это бред, пацики! Это бред! Это стопроцентный бред. А, ну да, енот это же, это, ну считается, енот это видно собака, да. То есть, ну я, это енот имеется в виду, да. Это цапальщик имеется в виду, царапчик, да, да, енчик. Это про меня цапальщик, да.